Смотрите, у нас получился лоскуток невидимой ткани. Клавиатура, яблочко и мышка прячутся за этой тканью. О, давай нарыжем и проверим. А ну-ка, примерим вам невидимые лоскутки. Рыжа, смотри, мы теперь с тобой невидимки. Всем привет, друзья! Недавно наткнулись в интернете на ролик, как японские ученые изобрели такую невидимую ткань. По телевизору показывают жуликов. Но чем я хуже? Действительно, повторим эту технологию. Мы немного поискали информацию о свойствах невидимости и сделали у себя такую же невидимую ткань. Предупреждаем, можно повторять это дома, абсолютно безопасно для людей, животных и предметов. Специально поставили большие часы, чтобы заснять время этого опыта. Смотрите, у нас получился лоскуток невидимой ткани. Клавиатура, яблочко и мышка прячутся за этой тканью. Немного усложним опыт. Возьмем две куклы. Отлично! Можно им из этой ткани сшить одежду-невидимку. О, а это наш Боб! Привет! Где ты так долго пропадал? Отпуске. Понятно, рады тебя видеть. А хочешь посмотреть нашу невидимую ткань? Конечно хочу, мне это интересно. Вот, смотри, она какая, и тебя за ней не видно. Круто, я теперь настоящий невидимый пес. Точно, можно даже куртку тебе сделать такую. Как же еще ткань проверить? Спрашиваешь, на ком потренироваться? Ну, я тренируюсь. Тренируйся лучше. На кошках! О, давай нарыжем и проверим. А ну-ка, примерим вам невидимые лоскутки. Рыжа, смотри, мы теперь с тобой невидимки. Кому понравилось или интересно, как это сделать, ставим лайк. Друзья, делитесь этим роликом со своими друзьями, пишите комментарии. А если наберем 1000 лайков, то выпустим видео о секрете этого фокуса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до скорой встречи!